такая вот огромная батарейка литий-ионная. Емкость у нее 30 ампер-часов на 36 вольт. И ячейки 21700. Сейчас мы ее будем открывать, разбирать, смотреть, что там внутри, тестировать емкость, переделать БМС-ку и еще много всяких других приколов. Здесь у нас черный силиконовый герметик, и термоусадка приклеилась очень прочно к основанию. Сам корпус из тонкого текстолита, и вы не думаете, что он правильной прямоугольной формы, на самом деле он вот тут вот дугой идет, то есть геометрия не очень идеальная. Разрезаю вот этот скотч прочный и открываю. Вот так вот у нас все внутри сконфигурировано, и стоит самая-самая-самая малюсенькая БМС-ка, всего 5 ампер. То есть это вообще, я не знаю, какая мощность мотор-колеса должна быть под эту батарейку. Протестировали эти аккумуляторы желтые. В общем, аккумулятор оказался значительно меньше емкостью, чем по номиналу. То есть прям намного-намного меньше, чем он должен быть. Поменяли разъемы на вот такие красивые, хорошие. И следующий у нас аккумулятор, смотрите, какой здоровенные ячейки. Тоже, опять же, все ячейки были протестированы. Дальше все вот это вот, вот так вот собрано аккуратно. Здесь у нас автомат, тоже разъемы. Вот такая красота получилась. Здесь емкость получше, но тоже не соответствует. К сожалению, емкость не соответствует тому, что пишет продавец на Алиэкспрессе. Так что при покупке аккумуляторов имейте это в виду и берите всегда с запасом. Вдруг попадутся бракованные ячейки.